Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои пустые баночки прошедшего месяца. Пустых баночек в этот раз будет с ухода целых две части, потому что мы переезжаем, много чего я оставляю. И как бы просто еще не закончила использовать, но уже показываю, потому что или доиспользую, или уже оставлю в этом городе. И первое, что я вам покажу, это средство для ванной комнаты. У меня оно пустое. Я люблю этот дозатор. Дозатор я оставлю, потому что именно им мне очень нравится разбрызгивать это средство. Я уже много раз вам о нем рассказывала, как оно хорошо действует. Ванну оно отлично очищает. Очень легко с ним работать. Буду еще повторять. Но сейчас Фаберлик очень сильно поднял на него цену. Нужно следить, когда акции, тогда можно брать. Также с Дом Фаберлик у меня закончилось вот такое вот универсальное средство «Чистота и блеск». Оно идет для разных поверхностей, а я его использую для полов. Идеально справляется, хорошо убирает пыль, действительно очень хорошо без разводов очищает разные поверхности. Очень мне понравилось, буду брать еще. Также у меня закончилась новинка, средство для мытья посуды с биоэнзимами с дня с запахом яблочка. Очень хорошее, экологическое, у меня точно такая новая баночка, потому что к старым ароматам я уже привыкла, а это такой свежий, действительно аромат яблок мне безумно нравился, и уже беру себе с собой такую вот новую целую баночку. И в дуэте с этим средством для мытья посуды я использовала мыло для кухни с ароматом яблочко. У меня здесь еще немножко есть, но его я доиспользую и уже как бы не хочу хранить до следующих пустых баночках. Очень хорошо устранял запахи, хорошо пахло это мыло. И хочу обратить ваше внимание, что очень выгодно эти мыльца брать по программе. Там за 15 баллов вы получаете бесплатно вот такое вот мыло. Очень хорошо работает, как мыло для кухни, не сушит руки. Далее, что вам покажу, это пена для ванн. У меня это пион и гранат, тоже уже доиспользовала и выкину. Не буду хранить к следующим пустым баночкам, но очень хорошо пахло эта пена для ванны, хорошо пенилась. Пена для ванны, я думаю, долго представлять этот Avon не нужно. Очень мне понравился, это фа, это гель для душа с ароматом, экстрактом кокоса, он пахнет кокосом, он именно такой вот кремовый, очень приятно пахнет, не сушит кожу, мне очень-очень вот этот фа мне безумно понравился. Дальше пойдут шампуни, у меня один из них это Белита Витекс, белорусская косметика, шампунь восстановления с кашемиром. Здесь 500 мл, я брала его для смывания масел. Ничего особенного в этом шампуне я не увидела, чтобы я прям сказала, вау, какой крутой шампунь, но не вызывал перхоть и очень хорошо смывал масла. Никаких претензий к нему не имею. Вторая моя любовь, это уже как бы вторая моя баночка, здесь целых 400 мл, это Гариньер Ультра Дуо, 5 растений, очень хороший шампунь, без парабенов, без силиконов, очень хорошо пахнет, супер работает, вот этот шампунь действительно мне очень подходит, очень мягко очищает волосы, очень мне понравилось, и 400 мл не успели мне надоесть. Продолжаем тему волос, у меня это будет Брелив. Вот такая вот серия. Маска целый литр. Я обожаю эти маски от Брелив. Именно эта серия мне безумно понравилась. Она очень густая, очень хорошо пахнет и очень хорошо питает, увлажняет волосы. Очень мне понравилось, все могу порекомендовать. Но имейте в виду, здесь целый литр, ее нужно с чем-то чередовать, чтобы она не переставала работать. И если раз эту маску потом делаете перерыв, потому что целый литр долго используется, то тогда получаете на волосах просто фантастический эффект. Из всего масс-маркета для волос мне более всего нравится L'Oréal Elsev. Экстраординарное масло. Здесь огромный объем, целых 100 мл, хватает на очень долго и очень хорошо работает с кончиками волос, хорошо их увлажняет и сглаживает. Буду повторять еще, это уже не моя первая баночка. Для волос у меня много чего закончилось, и одно из этих средств это Avon Advanced Technique 5 масел, по-моему, оно ушло, называлось. И это такой двухфазный спрей. Что я могу сказать, кому не подходит глискур, кому глискур утяжеляет волосы, это средство подойдет. Мне глискур подходит идеально, поэтому для моих волос это средство слабоватое, и оно мне не понравилось. Но это средство облегченный вариант, я бы назвала глискура.
средство, которое я просто обожаю, и сразу же буду повторять еще, это кокосовое масло. Если у вас сухие, ломкие волосы, там, к примеру, к погоде, что погода меняется, там, холодное время года, это кокосовое масло действительно спасает волосы. Ну, не это конкретно, но просто кокосовое масло. Обожаю его для волос, постоянно им пользуюсь, у меня круглый год должно оно быть. Следующее, что покажу, это Тиандэ, мандариновый десерт, крем-суфле для тела. Мне абсолютно не понравился, очень химозный запах, не очень хороший состав и при этом достаточно дорогая цена, никому не могу его порекомендовать. Мне очень нравился утренний кофе, вот такой точно просто утренний кофе, потому что аромат был обалденный, а этот крем-суфле для тела меня просто раздражает. Моя еще одна находка этого года, любовь, это тоник для лица от «Домашний доктор». Стоит копейки, здесь целых 300 мл, и конкретно это интенсивное увлажнение женьшень, алоэ вера и женьшень, действительно очень мягкое, очень мягкий тоник, очень даже увлажняет действительно кожу. За его цену и объем это просто идеальный тоник. Свежающий гель для умывания от Нивея для нормальной кожи. Обычная умывалка для утра, ничего особенного, я не скажу о ней ничего плохого, но и не вызвала у меня каких-то таких чувств, чтобы мне захотелось ее повторить. Далее крем для ног, дезодорирующий с экстрактом лотоса, с новой серии про ноги Faberlic, мне абсолютно не понравился. Он, да, дезодорирующий эффект немножко дает, но абсолютно не увлажняет ножки. Это мне не понравилось, повторять больше не буду. Вот такая вот жидкость для снятия лака, обычная, ничем не примечательная, более-менее хорошо смывает лак, но ноготок мне нравится намного-намного больше. И закончу двумя масками, которые мне безумно нравились, от Avon Planet Spa. Одна идет «Карибские каникулы» с жемчужной пудрой. Но эту маску я бы маской не назвала. Она идет, как бы вы на мокрую кожу наносите и массируете. Это как легкий пилинг-скраб, но очень хорошо очищающий кожу. Мне понравилось, но это у меня идет как бы, чтобы не использовать скраб, использую эту маску. Но в общем и целом понравилось. И моя любовь от Avon. Planet Spa, превосходное очищение, очищающая маска для лица. Именно очищающая маска, не гамаш. Гамаш мне абсолютно не понравился с этой серии, а маска у меня уже даже не знаю какой тюбик, я ее просто обожаю. Она очень хорошо выравнивает цвет лица и очищает лицо, при этом его не пересушивая. Она идет глиняная, и вот эту масочку от Avon с Planet Spa могу всем порекомендовать, она для меня лучшая из Planet Spa. Вот и первая часть моих пустых баночек, будет еще вторая. Всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте пальчики вверх. Если вам нравится такое видео, подписывайтесь внизу. Видео выходит каждую неделю. Всем пока-пока!